50 миллионов рублей из краевого бюджета выделят на капитальный ремонт бывшей детской инфекционной больницы номер 2 Барнаула. После очередной волны возмущений горожан о состоянии палат и дефиците медикаментов, власти края пообещали устранить проблему до конца года. Бывшая инфекционная больница сегодня – одно из отделений Алтайского краевого центра охраны материнства и детства. Его главный врач Константин Смирнов на сайте регионального Минздрава сообщил, что до конца января в стационаре поменяют матрацы и кровати, а в течение года в учреждении будет сделана перепланировка палат. Они станут двухместными и с оборудованным санузлом. Кроме того, в отделении заменят коммуникации. Капитальный ремонт проведут впервые за 30 лет работы стационара. Замечательный.